И россияне отказались от использования крупной мелочи. Блять, очень важная тема, конечно. Ряд российских банков вернет кэшбэк до кризисному уровня. Тоже очень важно. Вот такими новостями они почивают. Да? Для чего? Ну, для того, чтобы что-то происходит очень важное такое в России. Что-то там не связанное с кризисом и с политической ситуацией. На самом деле ничего не происходит. Происходит просто пикирование вниз. Число невыездных россиян выросло на 10%. Что такие невыездные россияне? Которые деньги там должны по кредитам, за штрафы, представляете? То есть в Конституции четко написано. Даже сейчас путинцы не поменяли, изменив Конституцию, что граждане России вправе ездить куда хотят. И как же они реализуют это право? А никак. Там какой-то из ГАИ пришел штраф, все, уже никуда не поедешь, обхохочешься. Раз такое может быть в нормальной стране. Число заключенных в России впервые стало меньше 500 000. Ну, что-то радоваться надо, что заключенных 496 тысяч. Это мало, по их мнению. 490 тысяч, которые сидят в основном просто так. Не пойми за что. Потому что просто режиму нужно кого-то пихать в тюрьму. Эта система не работает без людей. Она должна их перемалывать. Половину преступлений, за которые они сидят, можно декриминализовать. Совершенно спокойно. Это первое. Самое главное, что большинство, более 50%, сидит, не совершив никаких преступлений. Это люди, которых просто система туда загнала. Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей. Охереть, прожиточный минимум, там сколько, 150 евро, да, даже меньше, 150 евро. Я захожу в магазин и вижу бабушку с тележкой, которая идет впереди меня. И бабушка, как правило, покупает евро 250-300, да, то есть у нее тележка загружена полностью, просто полностью загружена, да, вот старушка. Почему? Потому что у нее есть пенсия во Франции. Она покупает дорогущее вино, ни в чем себе не отказывает, всегда вино. Это бабушка, если бабушка, это всегда крутое вино. Да, причем такое, за нормальные деньги, да. Ну, по французским меркам оно дешевое, ну что там, по 30 евро бутылка, да, там она купит 3-4 бутылочки вина такого, плюс там еще что-то там и так далее. Какие-то сыры, которые тоже нормальных денег стоят, да, то есть непростой какой-то сыр. И все. Почему? Потому что она может, потому что у нее... такая пенсия, а пенсия потому, что у нее была такая зарплата. А вот здесь, вот что может человек с размером минимального, так сказать, оплаты минимальной труда его в 150 евро. Он должен за эти 150 евро заплатить. Даже если бы он пришел в магазин, просто в магазин, купил бы еды на эти деньги, то он вынужден был бы питаться говном, потому что на эти деньги семью прокормить нельзя. Это пальмовым маслом можно кормить, я не знаю еще чем. А тут нужно еще платить за все, нужно одеваться, обуваться и так далее. Нужна связь какая-то, ну, нужны коммунальные услуги, оплата жилья и прочее, прочее. Вячеслав Мальцев, а Китай финансирует Путина? Так эта система не работает. Зачем ему было бы держать Путина в качестве своего шпиона и агента, чтобы его финансировать? Как вы видите, это Путин финансирует Китай. Сейчас вот мост, мы говорили, строить мост, да, по договору о концессии за деньги Китая, а по факту за деньги России, из нашего бюджета. Силы Сибири, откуда деньги взяли, чтобы построить? У нас с вами... а трубу в Китай, чтобы Китай получал газ. Так что вот так это работает.